это те самые научные работы Паши, о которых ты говорила. Да, да. Паша приезжает сюда. Это то, над чем ты работаешь. Моя главная публикация, да. Моя библиография. Избранная работа. А все ради этого было. Кать, приструни своего монстра. Паш, посмотри на меня. Оу, е. Пока костра нет. Нету, но будет. Пошла, пошла. Еще есть сосиски? Нету. Ой, господи. Что это у тебя тут такое? Сейчас мы будем варить щавелевый суп. Ой, итак. Я думала, она серебряная из ленты. Не. О, мне кажется, это прям идеальная палочка, как тут и была. Можно сильнее обмотать просто. Да-да-да. 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 Костер. My baby. Все получается. Я тоже, кажется, рукастая. Смотри, что мы создали. Хороший суп. Хороший суп. А у вас есть такое, что вот вы едите суп и постоянно проливаете на подбородок? Да, я себе уже здесь все пролила. А что там за грибок стоит рядом с тобой? Это я! Новые герои сериала. Влад, побахай. Лен. Чокнись со мной по воздуху. Слишком рефицитно для чокни по воздуху. Только... Ага, во, наконец-то. Да хватит! Так. Сейчас, из-за кустов очень плохо видно. Я позволю себе подойти ближе. Спасибо, спасибо. Всем привет. Мы на даче. Да. Сегодня этот блог проведем мы. Вдвоем. Да. Музыку в стиле хип-хоп. А сейчас послушаем МС. То есть Тамаду по-русски. Так. Здесь будет voice-over. Потом тут кровать офигенная. Hello! Где? Где, как обычно. Че, хочет тебе в дырочку что-то прошептать? Сейчас будет, знаешь, как в видосах, где коты ноги нюхают, а потом падают. Ну че, как вам дача? Я тебе показываю, как кот бегает. Дача. Да, мир. Все слова на букву Д очень хороши. Я собирался быть
Собирался. Друзья. Ника сказала. Бля, охуеть. Таймер. Короче, она сказала, что она покакает за 3 минуты, ставьте таймер. Я поставила. Ничего не вышло. Но ты вернулась за 3 минуты. Круто. За это тебе респект. А можно постанову за ручки еще раз? Постанову. Спасибо. Монтирую это видео, вообще не понимаю, что происходит. Я только помню, что нам всем было очень классно. Итак, теперь, когда наши друзья, которые нам не нравятся, наконец-то уехали, мы будем заниматься тем, ради чего мы, собственно, сюда и приехали. Кушать клубничку и смотреть аниме. Наконец-то скажи, что наконец-то уехали наши ужасные друзья. Наконец-то уехали наши ужасные друзья. А теперь мы будем заниматься тем, для чего мы сюда приехали. Ты просто повторил то, что я сказала. Давай, давай, нужно, да, нужно похвалиться. Нужно, куда ты меня ведешь? Куда? Что? Вау! Вау! Look at him go! Вот это скорость. Так, окей. Улитка. Та-да! После. В общем, я нашла укроп. Понюхай. Пахнет укропом. Да. На этом эта передача про дачу подошла к концу. Животное. Спасибо большое, что посмотрели. Заходите еще. Пришел. Hello. У меня сейчас разрядится камера, но это будет того стоить.